Сразу три якутских фильма отобраны для участия в Берлинском международном кинофестивале. Это картины «24 снега» режиссера Михаила Барынина, «Бог Джигагёй» Сергея Потапова и короткометражка «Мальчик и озеро» Прокопия Наговицына. Последний простой житель хангаласского села Ой, педагог и краевед. О чем его фильм, попавший в программу престижного европейского фестиваля, узнала Виолетта Засимова. 67-й по счету Берлинский международный кинофестиваль, сокращенно «Берлинале», пройдет с 9 по 18 февраля в столице Германии. Четыре российских фильма, три из которых якутские, вошли в специальную программу под названием «Нейтив». В этом году она посвящена кинематографу, созданному представителями коренного населения Крайнего Севера. Ну, это есть Сардана Савина. Она работает агики, и она начала профессионально заниматься вот фестивальным движением. Называется «Промоутер». Он находит организатора кинофестиваля и посылает им книги, вот эти фильмы. Фильм «Мальчик и озеро», якутское название «Оку юрду турара», был снят еще в 2003 году и считается коротким метром. Его продолжительность 24 минуты. Это экранизация рассказа Платона Аюнского о мальчике-сироте, который вынужден тяжким трудом добывать себе пропитание. В данный момент на счету у Прокопия Наговицына уже 10 отснятых короткометражек, исполнять роли в которых он приглашает своих односельчан, в основном пожилых и детей. Дети, сельские дети, у них глаза не обманывают, у них с природой они ближе. Поэтому вот такие фильмы получаются. И наши фильмы вот немые, но это с одной стороны нарочно, а с одной стороны, ну, не хватает бюджета и тому подобное. Но все фильмы, национальное кино, начиналось с немого кино, вы знаете. В съемках фильма Прокопию Наговицыну помогала творческая бригада компании «Сахафильм». Оператором выступил тогда еще начинающий Юрий Бережнев, позже работавший над созданием фильма Михаила Барынина «24 снега», который также покажут на Берлинале. Помимо России, свои кинокартины в спецпрограмме фестиваля представят страны Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Гренландия, США и Германия. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.